Варит, жарит, тушит и печет. В Харинской школе установили современную универсальную печь. Теперь на приготовление блюд будет уходить в разы меньше времени. Это не единственные новинки в пищеблоке. Никита Смирнов с подробностями. Пирог с вареньем с пылу с жару дегустируют школьники младших классов. Если раньше на приготовление такого десерта у повара уходили часы, теперь минуты. Замесить тесто, добавить начинку. Все остальное делает новый пароконвектомат. Оценила. Выпечка хорошая получается, очень быстро, легко. Булочки без расстойки 10 минут выпекаются. А если бы это было не новое оборудование, то сколько бы они выпекались? Да, это минут 30-40. Заменили в школьной столовой также посудомоечную машину, электрическую плиту, разделочный стол. Обновление обошлось в 500 000 рублей. Впрочем, ни бюджет учебного учреждения, ни администрация Омского района не пострадал. Компания «Газпром Трансгаз Томск» выделила средства по благотворительной программе. За последние 10 лет таким образом удалось усовершенствовать пищеблоки более чем в 100 школах и детских садах Сибири и Дальнего Востока. Здоровое питание ребятишек – это в первую очередь залог их здоровья. Залог здоровья, залог успеха, залог их роста. Конечно, мы будем продолжать взаимодействовать с администрацией Омского района для того, чтобы продолжать реализовывать эту программу. В меню учеников все самое полезное и вкусное. Тушеные овощи, мясо, птицы, котлеты, булочки. За одну смену на новом оборудовании можно приготовить 200 порций. Есть такая связка работы и власти, и бизнеса для одной единственной цели, чтобы у детей было здоровое питание, чтобы были созданы максимально благоприятные условия для наших детей, для педагогических коллективов. И тогда, как сказали дети, обещали учиться только на пятерке. Полностью оценить все возможности современного пищеблока повара смогут уже 1 сентября. Тогда же они получат оценку от главных и самых строгих критиков – учеников. Никита Смирнов, Сергей Гаев, 12 канал.